Приветствую вас, ребята, у микрофона, как всегда, Рамзес. Сегодня будет такой необычный формат видеоролика. Я думаю, вы догадались, что это по названию. Сегодня я решил собрать для вас топ-5 сборок CS 1.6 2019 года. Добавились новые сборочки, я их всех посмотрел, выбрал самое сочное. Думаю, вам понравится, вы заинтересуетесь. Сборочки брал, как всегда, на сайте cslove.net. Ссылочка будет в описании, вы сможете посмотреть сборочки там другие. Также топ-5 своих сборок, которые я выбрал, нашел, я сегодня вам их всех покажу, расскажу о них все. Ссылочки на них также оставлю в описании, друзья. От вас лишь попрошу, чтобы вы поставили под этим видео лайк, подписались обязательно на канал, нажали на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видеороликов, и написали свой крутой комментарий. Обязательно их пролайкаю, посмотрю, все почитаю, друзья. Ну что же, не будем долго тянуть, погнали к ролику. На 5-м месте у нас расположилась Counter-Strike Ядерный сад. Это новейшая качественная сборка, друзья, которая сделает геймплей любимого шутера более ярким и насыщенным. Как вы видите, здесь все скины зеленого цвета. Главное нововведение заключается в улучшенном скинах оружия, то есть, как вы видите сами, выполненных в фирменном стиле Ядерный сад зеленого цвета. Присутствуют обновленные модели игроков, звуки и спрайты. Все оружие выполнено в новом ядерном стиле, в ядерный сад. Стандартные перчатки заменены спортивными моделью «Живая изгородь». Думаю, вы это все прекрасно заметили. Заменена модель ножа на зеленый. То есть очень сборка крутая, мне она очень понравилась. Я ее поставил на 5-е место, но мы идем дальше, к 4-му. На 4-м месте у нас расположилась Counter-Strike Trash. Думаю, по названию здесь все ясно. Как вы видите, здесь модели игроков, модель оружия. Все настолько безумно. Были обновлены все модели игроков и оружия. И вместо них вы увидите абсолютно безумные вещи. Вот как вы видите сейчас. Некоторые из которых заставляют посмеяться при первом виде. Радар тоже был обновлен, как вы видите. Можете посмотреть в левом углу. Тоже заставляют немножко улыбнуться. Курицы и заложники были заменены на новые модели. Большинство всех звуков потерпели массовую коррекцию. Боты были переработаны в первую очередь. Это касается добавления им веселой озвучки. Можете зайти, скачать и посмотреть. Обновлены карты текстур DAZ, DAZ2, DAZ2 2X2. Очень крутая, друзья, сборочка. Кто хочет повеселиться, хорошо провести свое время, обязательно скачивайте, играйте с друзьями, будет круто и интересно. Ссылочка оставлю в описании, но мы погнали к 3-му месту. Но бронзу нашего топа занимает Counter-Strike Staff Show, друзья. Сборочка очень крутая, своими скинами, своим дизайном. Все модели гранат заменены на более качественные, детализированные, замененными текстурками. Все скины также, друзья, можете скачать сборочку и посмотреть, заменены на более усовершенствованные, со скинами своими. То есть сборочка однозначно прикольная, заслуживает своего 3-го места. Также заменены многие текстуры карт, заменены боты. Данная сборка в большинстве случаев подходит под игры на пабликах. Она специально для этого сделана, поэтому, друзья, можете не беспокоиться за свой FPS. Она без лагов будет, очень все круто сделано. Ссылочку оставлю в описании, но мы приступаем ко 2-му месту.
Ну а серебро нашего топа занимает CS 1.6 под названием Drick Hack. Друзья, эта сборочка очень крутая, мне она очень понравилась. Если вам так же, то все ссылочки будут в описании. Изменения все вы можете заметить невооруженным глазом. В первую очередь, я думаю, вам бросаются в глаза перчаточки и нож. Очень красивое сочетание перчаток и ножа, друзья. Красная перчаточка с фиолетовым ножом очень красиво сочетаются и придают игре насыщенные цвета. Также здесь заменены модели игроков, модели террористов, модели бомбы, модели всех скинов просто. Включены анимации на каждое оружие автоматически каждые 2 секунды. Вам не придется ждать и ничего делать. Эта сборочка мне очень понравилась. Подходит для всех серверов, для всех компьютеров подойдет. То есть качайте спокойно, друзья, и не беспокойтесь. Ссылочку оставлю в описании. Но мы подходим к первому решающему месту. Друзья, ну а первое место в нашем топе занимает сборочка CS 1.6 под названием Extreme. По моему мнению, это самая крутая сборочка, которую я смог найти. Данная сборка понравится тем игрокам, которые хотят поиграть в CSGO или играют же. Она очень сочетается, она всем вам понравится. Вот эти, друзья, тычковые ножи очень сочетаются. Все модели оружия заменены на HD модели, качественно проработанные. Все скины, как в CSGO. Данные скины выглядят гораздо более интересно и качественно. Новый вид модели игроков, изменен радар, который стал более информативнее и понятнее. Новый худ и измененный шрифт. Уникальный дизайн сборки. Все это и не только вы найдете в этой сборочке. Советую всем скачать и посмотреть ее. Ну вот и подошел данный топ к концу. Надеюсь, друзья, вам хоть какая-нибудь сборочка из этих всех понравилась. Напоминаю еще раз, этот топ составлял я, поэтому он может не совпадать с вашим мнением. Но в любом случае, друзья, еще раз повторяюсь, обязательно скачайте, посмотрите. Думаю, вам хоть одна сборочка понравилась. Также пишите в комментариях, какая сборочка из этих всех вам больше всего понравилась. Мне лично самая первая, у которой заменены все модели, все как в CSGO. Я обязательно почитаю ваше мнение, все пролайкаю. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте лайкосики, если хотите подобных форматов побольше. Также делитесь видосиком с друзьями. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Рамзес, все дела. Всем удачи, друзья. Всем пока. Пока-пока.